Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка и тестирование интересных продуктов с сайта Рандеву. Итак, поехали. Всегда все замечательно упаковано. Сверху тут у меня накладная. Давайте смотреть. У меня тут много позиций от Arabia. Что-то последнее время прям нравится этот бренд. Это Arabia Professional. Так, и артикулы у них есть 40-50. Это мисс для лица с мочевиной. Прям экспресс увлажнение. Очень интересно, кстати, с эффектом ультра увлажнения поможет быстро и эффективно вернуть коже чувство комфорта после умывания в течение дня. Это очень интересно. У меня еще для лица продуктов с мочевиной не было. Прям захотелось потестить. Ну, как тоник буду использовать. Все вместе с вами будем делать, все расскажу. Так, как всегда, Рандеву кладут подарочки. Как всегда, промокод вам на скидочку оставляю. Смотрите, проходите, знакомьтесь. 10%. Смотрите, у нас с вами здесь водичка. Это Hugo Boss. Так, а женская, мужская? Интересно, ну женская, судя по всему. Так, вот, девчонки. Да, для женщин туалетная вода Hugo Boss. Слушайте, я такую не тестировала. Давайте попробуем. Ну-ка. Ой, какая классная. Мне почему-то что-то эйвонское напоминает. Классная водичка. Слушайте, знаете, ой, как хочется. Хочется взять такую полноразмерочку. Слушайте, мне очень нравится. Прям вот такой... Аромат интересный. И на лето подойдет, и на осень подойдет. Насыщенный, даже не могу сказать. Вот есть здесь какие-то свежие нотки акватические, и в то же время что такое прям притягательное. Слушайте, классный аромат, вообще мне очень понравился. Вот прям очень-очень. Ехали дальше. О, моя любимая, по-моему, Bubble Mask. Да, она, девчонки, великолепная, потрясающая. Я прям ее обожаю. Мне на два раза, кстати, этого пробника хватает. Так, едем дальше. Здесь тоже у нас Arabia уже лаборатория с пилинг для... Уже к осени запасаюсь уходом, девчонки. Это пилинг для упругости кожи с АХА и БХА кислотами. 15% такой должен быть, он хорошенький. Отшелушивает, усиливает синтез коллагена, выравнивает рельеф, уменьшает глубину морщин. В общем, кислоты для молодости кожи, они нужны и, я бы сказала, необходимы. Артикул у него есть, да, А034. Состав, кому интересно, показываю. Но мы с вами его попозже будем пробовать. Пилинги еще такие кислотные рано. А то пигментация так вылезет. Так, дальше. Это у нас тоже Arabia Professional. Рассасывающая маска с поросуживающим эффектом. Захотелось мне ее потестировать. Вот это как раз с вами будем пробовать в этом ролике. Артикул 63-27. Состав тоже показываю, кому интересно. Вот рассасывающая. Прям, мне кажется, для проблемной кожи будет хорошо. У меня кожа не проблемная, но сейчас вот в жару жирная. Надо почиститься как следует, в общем. Так, разработано несовершенство. Акне, поры, себум, комедоны, постакне. Кератолическим действием обладает, избавление от омертвевших клеток кожи, комедоны, отеки, застойные пятна, глубоко очищает, тонизирует, сужает поры, активизирует обменные процессы. В общем, прикольно, как обычно, нанести на 10-15 минут, оставить, смыть. Возможно, ощущение легкого покалывания зудов, тоже интересно. Смотрите, здесь каолин, бодяга и сера. Вообще интересная. Интересная маска. Такого у меня еще не было. Так, что тут у нас еще от Arabia? От Arabia, девчонки, мне на ютубе посоветовали гель-пенку для ног. У меня есть их жидкий педикюр. Классно работает. Девочки сказали, что гель-пенка вообще супер. Вот взяла Arabia Professional. Гель-пенка для удаления мозолей на топтыши с экстрактом ромашки и коры дуба. Так, артикул 40-25, 160 мл, как пенка для лица, не перепутать бы. Так, способ применения. Тщательно встряхните флакон, нанесите пенку на участки кожи. Стоп. Укройте мягкой влажной салфеткой. И целлофан влажный, и целлофановой пленкой. Через 10-15 минут удалите остатки средства и очистите ороговевшие участки кожи педикюрной пилкой. Слушайте, попробую, вам обязательно расскажу, как оно все. Дальше я взяла красочки, девчонки, которыми красилась последний раз. И вот без вас тонировалась на 3% оксиде. Ими тоже, поэтому кто спрашивает, какой у меня цвет на волосах. Последнее, чем я красилась уже два раза, это Estelle Princess. Два оттенка я смешиваю в равных пропорциях. 8,66. Цвет шикарный. И 8-18. Мало того, что цвет шикарный, так еще и долго не смывается. То есть рожена практически вообще не вылазит. Вообще, вот я на солнце только выгорела, немножко оттонировалась, и все супер. Но восьмерка на выходе сначала очень темная. Этого пугаться не стоит. Через две помывки головы смывается до нормального такого, ну, блондинистого оттенка. 8-18, в общем, я показала. Это Estelle Princess. Вот так это выглядит. Вот эта коробочка, вот это почему-то синяя. В общем, мне понравился этот микс, поэтому... Все супер. Дальше набрала целую гору зубных щеток для всей семьи. Ксюшки вот такая вот веселая.
единорожная, сплат. Смотрите, какая классная. Закругленные кончики щетины, антибактериальная с серебром. Вот такая вот единорожная классная щеточка. Держи. Так, дальше. Это Крестюшкина. Нет, это кому-то мне или Жене. Вот такая вот будет. Даже не знаю, что за бренд. Так выбирала наобум, если честно. Так, вот такая вот сплат. Да, вот это, наверное, розовенькая мне. Отожжение. Вот такая для натуральной белизны зубов. Такая вот интересненькая щеточка. Так, а, вот набор. Это Крестюшки. Сразу из двух щеток. У нее они быстро летят. Она прям со стервенением чистит зубы. Они у нее быстро, вот эта щетина приходит в негодность. Вот такой вот наборчик. Леон называется. Слушайте, это, по-моему, тот же бренд, что и наши с вами любимые кондиционеры. Две щетки в наборе. Китсей. Вот так это выглядит интересненько. Набор зубных щеток. Так, дальше, что у нас? Вот еще один интересный, два интересных момента, и все, отодвигаю. Смотрите, взяла вот такие вот тенюшки, интересный, очень красивый оттенок, бренд 17, правильно я его называю? Интересно. Так, у меня не было еще продуктов от этого бренда, 7, а дальше 7in, 7-7. В общем, так, оттенок 419. Сейчас открою, покажу. И еще достаточно нашумевшая тушь, девчонки. Это у нас с вами L'Oréal. Много на Валберес на зон подделки. Я давно ее хотела попробовать, если честно. Прям вот некоторые блогеры ее так нахваливают. Не знаю, это L'Oréal. Вот такая вот зелененькая. Не знаю, как она правильно называется. Написано тут нет. Ничего тут не написано. Она есть в черном оттенке, в ультрачерном. Я взяла черный. Так, она, вот тут название, но камера не хочет фокусироваться. Volume Million Lashes, в общем, вот так, Lashes. Прям на хвалю, давно хотела попробовать. На Валберес, на зон подделки часто бывают, в отзывах читаю. В рандеву я уверена, у них подделок никогда не бывает. Вот я прям уверена, они очень хорошо все проверяют, я это знаю точно. Поэтому взяла ее именно там, сейчас открою, тоже покажу. Смотрите, вот так выглядит щеточка, она изогнутая. Туши выдает, в принципе, много. Прям руку пачку почти не прикладывая. Интересно, с одной стороны длинные щетинки, с другой нет. Вообще посмотрим, отпечатываться, не отпечатываться будет и так далее. Мне интересно. Так вот они тенюшки, в принципе, камера вам передает сейчас правильно. И вот он сводчик, смотрите. Красивые. Это прям вот немножечко коснулась, нанесла, и прям такая вот сияшка-переливашка. Потом на глазках вам тоже покажу. Слушайте, ну прикольные тенюшки, правда, я на других нанесла, но в целом прикольные. И тушь прикольная. Вообще. Прям класс. Вообще прикольная. На момент отпечатывания и как относится, потом расскажу. А так вообще здорово. Смотрите, какие рестички. Класс. Мне пока очень нравится. Ну что, мои хорошие, рассказываю сначала по туши. Восторг. Мне очень понравилось, но, честно, на Валберс, на Зон я не рискну ее купить, потому что там вот прям в отзывах пишут, что подделка. Вообще не отпечатывается. Я с ней плавала в бассейне, не ныряла, конечно, но плавала. Брызги, все такое, жара неимоверная у нас была, 30-32 градуса. Все течет, а тушь остается на месте. У меня эффект, который мне нравится, от нее больше всего с третьего слоя. С первого слоя и реснички достаточно естественные, длинненькие такие, подкрученные, классно. Второй слой тоже классно. Третий прям вау-эффект, как я люблю. В общем, мне очень понравилось. Я прям в восторге. Но я каждый слой подсушиваю. Если наносить каждый слой один за другим, то она может стягивать за собой предыдущий, если не выждать несколько минут, пока реснички подсохнут. В целом, очень довольна. Тенюшки тоже классные, достаточно деликатные, приятные. Эффект грязного века не создают, хотя вот такие похожие оттенки, они могут этим грешить. Дальше, по Аравии. Сейчас будем с вами маску тестировать. И я расскажу уже, что попробовала. Без вас. Я попробовала пенку для удаления мозолей и натоптышей. И могу сказать, что это супер. Это супер-пупер. Но ничем не уступает абсолютно жидкому педикюру. А жидкий педикюр от Аравии немножко подешевле. Но я делала так. Я нанесла прям пенку на ступни. И ничем не укутывала, не покрывала, как в инструкции написано. Да, потому что, ну, мне было лень, честно вот скажу. Мне было лень. Просто ножки вот так вот подняла, там положила. Ну, на пофиг, чтобы свисали ступни, пенка не капала, как бы все нормально. Потом, когда она впиталась, перестала существовать на ступнях, немножко там протерла салфеточкой, дошла до ванны и пемзой, шлифовальной пилочкой вот этой, все сняла элементарно на раз-два. То есть ножки гладенькие, как персик, просто вообще огонь. Также абсолютно работает и жидкий педикюр от Аравии, поэтому что нравится, то и берите, мне нравится и то, и то. Но здесь жидкий педикюр, у него все-таки запах такой немножко, ну не резкий, нет, это вот Свайлдберрис, вот эти вот жидкие педикюры, они воняют все жуть, а у Аравии нет. А пенка у нее вообще классная душка. У нее приятная такая, деликатная какая-то цветочная душка, еле-еле уловимая, но она приятная.
Так, поехали дальше. Я попробовала месяц, девчонки, и сегодня я вам его не покажу на лице, потому что он действительно очень круто увлажняет. И присутствует какое-то время липкость. У меня сейчас будет уход утренний, поэтому мне вот это не нужно. Я его оставляю на вечерний уход. Ну и, конечно, на холодное время года тоже посмотрю, как на утренний уход он будет себя вести. Здесь, кстати, две крышечки. Все отлично, все супер-пупер. И действительно, вот прям... Мочевины здесь много. Тут написано, по-моему, 10%, да, 10% мочевины. Это действительно сос увлажнения. Причем, знаете, какое-то вот такое какое-то другое увлажнение. Не просто от какого-то увлажняющего крема, а такое ощущение, что как-то на глубоком уровне. Если у вас кожу стягивает там и так далее, вам понравится обязательно. Без эффекта жирности, без эффекта пленки. Но вот первое время, даже на руках это видно, есть, видите, липкость. Поэтому она проходит минут через 10. Поэтому на утренний уход я его не использую. Именно по этой причине. А на вечерний на ура. И с утра встаешь, кожа очень нежненькая, увлажненная, супер. Не забивает поры за ночь, не вызывает там никаких подкожников, потому что такие сильно увлажняющие средства, они могут это делать, да? Не вызывает отечности на лице с утра. То есть я вот люблю такие средства всякие вообще уходовые оценивать как ночной уход, да? Потому что если с утра лицо отекло, есть какие-то припухлости, где-то много слишком там жирности, что-то подзабилось или вылез какой-то прыщик, значит, все, нет. Вот это вот прям класс, понравилось вообще, мист хороший. Так, сейчас мы с вами будем очищать кожу и делать рассасывающую маску с поросуживающим эффектом. Мне вообще очень интересно, на самом деле. Как утренний уход у меня сейчас нам заключается? Пенка Global Oxygen Faberlic. Вот так, и щеточка. Кстати, щеточкой, девчонки, вот этой не нарадуюсь. Просто не нарадуюсь. Никакие скрабы, пилинги и так далее не нужны. Так, чистит замечательно. Включаем. Минутку где-то я. Здесь таймер есть. О, я на самом прям сильном режиме. И погнали, очищаемся. И все супер. Вот все, очистились. Смело вообще могу сказать. Я не призываю вас именно эту щетку покупать, на нее обзор был. А вот сама суть. Да, вот этого вот, вот этой процедуры. Это лучший гаджет за последние, наверное, даже несколько лет, не побоюсь этого слова, для чистоты кожи, для молодости кожи, для красоты кожи. Почему? Потому что чистит хорошо. Почему? Потому что еще массаж. Я пользуюсь только одной насадкой, я вакуумный массаж не делала, хотя тут это все есть. Потому что параллельно это массаж идет, вращения здесь быстрые такие, вот параллельно это массаж. Параллельно это усиление кровотока, то есть лифтинг эффект. Параллельно изгоняют утренние отеки, как следует помассажируешься, и по векам я везде вот так вот ей прям прохожусь, и отеки изгоняет. И, в общем, вот серьезно говорю, я прям ее из рук не выпускаю. И от души рекомендую вот такую вот щеточку электрическую, прям, ну вообще супер. Так, все, смыли, теперь по масочке. Поры мои, поры. Видно вам, не видно? Вам, наверное, плохо видно. Ну, я не скажу, что они у меня грязные, я слежу за кожей, да? Но они достаточно широкие, и в Т-зоне их прям при ближайшем рассмотрении видно. Вот тут. Вот тут их прям видно. Нос, и вот тут вот крылышки прям в сторону. На лбу нет, подбородок у меня тоже всегда был чистый. А вот Т-зона, да. Так, каолин бодяга сера. Нанести плотным слоем на подготовленную кожу, оставить для воздействия на 10-15 минут, остатки смыть водой. На 10-20 даже минут. Разброс какой. Маска зафольгирована. Сейчас посмотрим, что это у нас тут за чудо-продукт с бодягой. Плотненькая такая, как глиняная. Такая бежевого кремового цвета. Блин. Смотрим. Я никакой не чувствую отдушки вообще. Вообще никакой. Так, плотным слоем я буду наносить и на веки такие вещи, потому что под руками, девчонки, она не как глиняная ощущается, а как кремовый продукт. Кремовая, прям такая плотно кремово-сливочная такая консистенция. Текс. Может быть, конечно, она будет засыхать. Посмотрим. Но все равно. Что там бодяга, все дела, это все рассасывающим действием обладает. Очень интересный, конечно, состав. Впервые такой встречаю, поэтому мне очень захотелось потестировать ее. А если вы пробовали, обязательно пишите. Вообще пишите, что из Аравии вам нравится. Что-то мне прям в последнее время много у них нравится уходовых продуктов. Что-то вот пощипывает. Лицо перед любой маской надо очищать хорошо. Если вы его очистили плохо, маска просто не сработает. Получится, что вы выкинули деньги на ветер. Так. Вот, и последнее время мне прям нравится. Мне прям нравится. Вы уже заметили, я уже который раз на рандеву заказываю
Именно Аравия, несколько позиций. Вот прям нравится. У них Аравия Лабораторис есть и Аравия Профессионал. И там очень много всяких интересных продуктов. Я как зайду к ним в каталог на сайте Рандеву, все. Прям часа на два выпадаю из жизни. Так, еще одно веко. Вот в Т-зоне у меня сейчас пощипывает. И даже над губой пощипывает. На веках нет. У меня веки уже дубовые. Ох, как хорошо пощипывает-то прямо на щечках. То есть прям ощутимо. Слушайте, про это не написано, интересно. У них что такое может быть? Написано плотным слоем и наносим. Чего уж там? Так. Все. Нормалек. Ну-ка. Для жирной проблемной кожи кератолеическим действием мы с вами уже читали. Избавление от роговевших клеток кожи, очищает комедоны, препятствует образованию новых, способствует устранению отеков и застойных пятен. Я вот немножко не поняла, что такое застойные пятна. Кто знает, напишите. Не знаю, только пигментные. Так, глубоко очищает, тонизирует, сужает поры, активизирует обменные процессы. Сера и бодяга придают маске активное рассасывающее действие, вот, что предотвращает застойные процессы, образование сальных пробок. То есть, вот знаете, такие еще бывают жировики на коже. Вот у меня, кстати, на лбу он есть маленький, вы его не увидите. После лета, после жары, хотя уход правильный, это просто такая маленькая точечка, которую, в принципе, я рассмотреть не всегда могу. Вот жировики, они имеют место быть. Я надеюсь, что вот она здесь сейчас нам тоже поможет. Рассасывающий действие предотвращает образование сальных пробок, улучшает микроциркуляцию и цвет кожи. А, во, возможно ощущение легкого покалывания и зуда. Подходит для домашнего использования. Возможно ощущение. Вот оно и есть. У меня в основном вот тут вот. Вот так вот это все сейчас немножко покалывает, но уже как-то потише. Буду ходить прям 20 минут. Ждите. Прошло 20 минут. Не мигай. Смываем. Она, в принципе, смотрите, местами впиталась, особенно вот веки ее вобрали прям капитально. Но она так и осталась кремовая. Вот, видите? Посмотрим. Вы знаете, очень интересная маска, однако. Вот она даже, когда смывалась, я смывала ее спонжем. С лица вот так остатки убираем. И она гораздо темнее. И как будто, вот знаете, с какими-то загрязнениями из кожи выходит. Вот у меня сложилось такое впечатление, что она вытянула все, что могла на себя. И это осталось на поверхности кожи, осталось это только смыть. По факту безумно чистая кожа, девчонки. Вот безумно чистая и осветленная. Мне кажется, даже моя пигментация прям посветлела. Вот она прям чистая, светлая, выравнивает тон, осветляет слегка немножко тон, в хорошем смысле этого слова, не выбеливает там благодаря каким-то веществам в составе, и вытягивает всю гадость. Вот это однозначно. Слушайте, вообще достойная маска. Я прям для проблемной кожи вам ее очень рекомендую. Для любой, у меня тоже не проблемная. Но вот я говорю, когда спонжиком прям снимала, вот такое ощущение, что на спонжике загрязнение именно вытянуто из кожи вместе с вот этими вот остатками маски. Очень интересный эффект. Поры узенькие. Они вот узенькие и безумно чистые, беленькие. Вот это прям вообще классно. Мне понравилось. Знаете, мне очень понравилось. Имеет место быть, и прям хочется взять еще в запас, пока вы не разобрали. Раз в неделю, я думаю, вот такую масочку я буду делать, этого достаточно. Они вообще тут как рекомендуют? Они никак не рекомендуют, тут нет частоты использования. Но мне кажется, моей коже вот будет достаточно раз в неделю вот это все гадость повытягивать. Решила, слушайте, что мист нанесу, все-таки покажу вам, потому что у нас уже, в принципе, холодно. Единственный момент, что мне в нем не нравится, это распылитель, который бьет струей в лицо, хотелось бы более мелкодисперсного. У него очень приятная, еле уловимая душка, такая цветочная. Вот в принципе вот этого ухода и достаточно. Но я сейчас еще патчи, все дела и так далее. Крем никакой наносить не буду, потому что вот этот мист, он действительно очень круто увлажняет. И я не знаю, если поверх него еще крем может и утяжелить. Вот прям видите, лицо уже лоснится. Есть небольшая липкость. Но вот 5-10 минут все, она проходит. Я больше люблю вот его на ночь. Так очень круто увлажняет. Прям для сухой кожи рекомендую. Так, ну все, мои хорошие, кислоту, пилинг мы с вами попробуем чуть попозже. Через месяцочек, наверное, все вам обязательно расскажу. Покажу. А ссылку на Рандеву и промокод на скидку 10% от 2500 оставляю под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую, всем пока.